городе 90%. Вот. У нас 91 плюс-минус полтора, даже 95. Ну то есть нормально. Номинал. Номинал. 92,5%. Вот. Идет. Температура отличная, 450. Звездный. Так, давление на тут звездный. 100%, давление топлива 40, температура 520, масло 4 килограмма давления. Великолепные параметры. Звездный. 100 при всех. Вот. Поехали в средний потихоньку. Номинала. Вот. 0,85 номинала. Это 92%. Это вообще отлично. Номинал. 93,5%. Звездный. 105. Температура 590, устойчиво, без роста, все. Вот. Давление топлива 50, давление масла 4 килограмма. Поехали этот потихоньку. Номер 65 номинала, 92%, великолепно. О, номинал. Это вообще тут 95% с половиной. О, звездный режим. 101, 570 температура, 55 давление топлива, 4 давление масла. Реверсное устройство проверяется, не проверяется у них? Ну, на это мы при азовке двигателя проверяем. Мы его сейчас выключим средний, и мы проверим работу реверса. Но мы его проверяли, работает. Можем что сейчас сделать? Закрылки выпустим. Ну, закрылки.